Компания ADEMS представляет ADEMS Belt – ленточно-шлифовальный станок собственного производства. Станок предназначен для обработки металла, дерева, пластика. Универсальность, заложенная в конструкции, дает возможность использования как в стационарном виде на базе точила, так и в мобильном, применяя шуруповерт, дрель или углошлифовальную машинку. В зависимости от зернистости применяемых шлифовальных лент, возможно производить как самые грубые, обдирочные работы, так и самые тонкие, полировальные. В комплект поставки входит само устройство ADEMS Belt и две переходные насадки для стационарного использования и углошлифовальной машинки. Приобрести станок можно на сайте ADEMS.ru.